Привет, меня зовут Катя Тёвх. Сегодня я покажу вам серию упражнений с резиновым амортизатором для ягодиц. Мы прокачаем ягодицы, и если вы будете выполнять эти упражнения по несколько каждый день, поверьте, за месяц вы их не узнаете. Они станут упругими, более объемными, более сочными. Поэтому приступаем. Нам понадобится только один предмет. Вот такой резиновый амортизатор, который точно найдется у вас, потому что это не обязательно должна быть именно резиновая лента. Это могут быть, к примеру, стрейчевые колготы, скажу вам по секрету. Итак, если это лента, вы связываете ее, у вас образуется вот такое кольцо, которое вы можете складывать несколько раз. Если же несколько раз это получается тяжело, тогда вы можете один раз связать, но сделать кольцо меньше. Все элементарно, все просто. Если у вас есть уже готовое резиновое колечко, отлично, работайте с ним. Поехали! Это была серия упражнений для ягодиц с резиновым амортизатором. Вы можете брать по 2-3 упражнения, выполнять их каждый день и создавать ягодицы вашей мечты, если вы хотите их немного улучшить в объеме, немного улучшить качество ягодиц и ног в том числе. Если вы хотите, чтобы они привлекательными стали, чтобы ничего дряблого не висело, то это именно то, что вам нужно. Берите по 2-3 упражнения в день, чередуйте их и улучшайте себя. С вами была Катя Тёвх, онлайн-фитнес-ТВ. Пока!